5 годов за спробу незаконной перевозки элементов револьвера проз украинско-белорусскую мяжу. Сегодня у суде Чыгуначнага района Гомеля такий приговор отримал 24-годовый жыхар России. Адвокат просила вызволить под оборонного дусилякой отказности, але судья подтримал бок обвинувачивания. Наши корреспонденты протягнуть. У распоряджении нашей телерадиокомпании оказались видеоздымки с места падей. Инцидент отбылся еще 18 жнивня. Тады у пункте погранконтролю Новые Ярыловичи Новая Гута под час проверки документов пассажиров автобуса Киев-Минск подозрение выкликал молодый человек. Высветлилось, что правоохранной системой Российской Федерации с початку этого года он объявлен у международный вышук. Причина – крадежи у особливо буйных померах. На питание, куда конкретно он едет зараз, мужчина назвал прозвище и столичный адрес своего сябра. Але ни такого человека, ни в улице у Минску не оказалось. При огляде багажа пограничники нашли револьвер и нож. Литерально одразу после этой находки молодому человеку небыто стало кепска. Для его была выкликана худкая допомога. Але замест больницы россиянину довелось отправиться у следчий изолятор. На место выбыла следственно-оперативная группа. Был изъят револьвер. Назначены ряд экспертных исследований. В отношении него применено, безусловно, задержание. Избрана мера пресечения мною. Избиралась, я направлял это уголовное дело в суд, я избирал в отношении него, санкционировал меру пресечения, заключения под стражу, с учетом того, что это преступление относится к категории тяжких, и перемещалось оружие через границу, и человек находится в международном розыске. Справу скрупулезно разбирали 4 месяца разом с экспертами, которые детально анализировали характеристики и боездольность револьвера. Весь этот час обвинуваченный вину не признавал. По его меркованию, никаких позаправных намеров у него не было, а зброя не огнестрельная. Але суд вынес вердикт, опираючыся не на оправдание, а на литеру закона. Канчатковый присуд 5 годов позбавления воли у выправленчей колонии узмоцненного режиму. 5 лет вы мне дали, вот в чем мне не ясно. Получите приговор, я не виновен. Фазировку суда. Я не виновен. Это ваше право. Молодый человек с присудом не сгодился и может обжаловать его на протягу месяца. Марина Северьянова, Сергей Нигаревич, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель».